Яркие национальные костюмы, декорации и заполненные трибуны. В минувшие выходные удачно прошло ледовое шоу «Алмазная россыпь». Мероприятие посвящено юбилейным датам Алроса, Якут-Алмаза и города. На зрелищном выступлении юных фигуристов побывали и наши коллеги из Алмазного края. На ледовой арене снежинка гасится свет, и сквозь призму разноцветных лучей на лед выкатываются алмазы. Когда они появились здесь, в суровом северном краю? Кто и как здесь жил до того, как человек начал добывать их из недр земли? Мы хотели посвятить всему этому сценарий. Мне кажется, получилось. Подготовка шла с осени, очень плотненько работали. Детки все работали, взрослые. Сценарий писался, весь коллектив наш принимал участие в написании сценария, в поисках музыки, постановка танца. В общем, это была коллективная работа. Работали все. В ледовом шоу приняли участие более 30 человек, начиная от самых маленьких, которые только делают свои первые шаги на льду, до хобби-класса. Тематика выбрана в связи с юбилеем нашего города. То есть с этим вопросом абсолютно не стояло. Огромное спасибо хочу сказать своим родителям, своей старшей группе, которые помогали в озвучивании фонограммы, которые помогали в пошиве костюмов. Без них бы, наверное, все равно ничего бы этого не было. Около часа присутствующие наблюдали за незабываемым выступлением фигуристов и получили массу эмоций. Члены партии «Единая Россия» поблагодарили всех участников, организаторов, родителей за красивое грандиозное шоу и вручили призы, игрушки и сладкие подарки. Нашему кого-то 5-6 год идет в этом году, будет 6 лет. Но вы смотрите, сколько детей занимается, сколько взрослых занимается на этом корте. Значит, корт мы построили не зря, он востребован, востребован в городе у нас, востребован как у взрослых, так и у детей. Это очень приятно. И смотрите, вот у нас все хоккеисты взрослеют, хорошо играют. Лучше, наверное, стали у нас по району. У нас и фигуристы, смотрите, какое прекрасное. Сегодня шоу было. Это радует, что люди стремятся, чем-то занимаются хорошим делом. Хорошим, это же и спорт тоже, и художественная самодеятельность одновременно. Очень приятно, что такое у нас происходит. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».